скоро будет собачка. И мы готовимся к ее появлению. И мы отправляемся в зоомагазин, чтобы купить все для нашего щенка. Мы всегда ездим с конфеткой, чтобы не кружилась голова. Заходим в зоомагазин, и там... А там живут большие черепахи. Они такие огромные, даже не представляете. И если им засунуть палец в воду, они обязательно его откусят. Ну а мы пошли искать для нашей собачки домик и кроватку. Здесь домики для кошек. А такую будку с батиком мы возьмем. Наша собачка нужна. Очень много расчесок. Ножницы для когтей. Так, теперь тарелку. Здесь тарелок очень-очень много. Глаза разбегают. О, вот тарелка. Горшочек, мордочка. Это такая прикольная. Такая. Пластиковая. О, это Маус. А раз для кормика. Нашли Микки Маусную тарелку. Для кормика? Это для водички. Вот, вот. О, а эти коврики под тарелки. С разными рисунками. Вот, например, собака на пляже. А эта собака читает книгу. Я даже не думала, что собаки любят читать. То, что нам нужно. Да. Ой, сколько тут собачьей одежды. Морская тема. Ух ты, а это игрушки для собак. Все пищат. Чтоб наш опыт не грыз. На тапочку. А Иван, ты берешь я курицу, а я поросенка. А что, давайте маленькая. Смотри, какой домик для кошек. Такой ботиночек для собачки. Вот такой. Еще там есть шнурки. Язычок обязательно. Леопард сельдин. Это леопард сельдин. Мышки, рыбки. Сэндвич, который наши собаки в рот не залезет. Морковка, смотри, какая с лицом. Резиновый клубок Мита. Ой, палочка. Аборт! Аборт, собачка, трейн. Смотрите, какой тапок. Лучше давайте вот этот. Нет, нет, нет. Он колючий. Нет, резиновый тоже будет брать. Давайте. Он колючий. Он колючий. Ну и что? Косточки, вкусняшки для собачки. Костюм для большой собачки. Например, овчарки. Всякие домики. Кажется, мы нашли будку для нашей собачки. И диванчик очень-очень уютный. А что, на нем тоже поспать? Ой, смотрите, куртка на собаку. На Хэллоуин. С тыквами. А это всякий туалет. Так, это кошачий. А это собачий. То, что нам нужно. Ставьте лайки и напишите, какие у вас есть животные. Всем пока-пока!